то время как гражданская авиация избавляется от 3 и 4 двигательных самолетов, автомобильная отрасль, наоборот, обнаружила пользу от наращивания числа моторов. И если с двигателями внутреннего сгорания это было проблематично, то электрическая эпоха открыла новый простор для творчества. Первый в мире электромобиль с 3 моторами, которому суждено выпускаться не опытными партиями, а крупными сериями, это спортивный кроссовер e-tron S и его купеобразная вариация Sportback S. Модификации сильно отличаются от обычных e-tron'ов со старшим индексом 55. Электромотор, который у обычной версии стоит на задней оси, у S-ки переставлен вперед, а сзади наоборот, моторы с передней оси e-tron'а. Только не один, а 2, чтобы реализовать полноценное управление вектором тяги. Каждый вращает свое колесо и подчиняется собственному блоку. В результате пиковая отдача подросла на 100 лошадиных сил, теперь их 1500. Правда, такая мощь доступна только 8 секунд, а номинальные параметры Audi не раскрывает. Разгон до 100 км в час сократился более чем на секунду, а вот максимальная скорость невелика, но для электромобиля это не сенсация. Тяговая батарея S-ок такая же, как у e-tron'а версии 55. Паспортный пробег на одной зарядке снизился на 100 км. Заказы на e-tron S в Евросоюзе начнут принимать через пару недель, а к дилерам машины попадут в октябре. В Россию же только успел добраться обычный Audi e-tron по цене в 5 600 000 рублей. Топ-версия нынешнего 911-го Porsche Turbo S могла бы стать звездой женевского автосалона, но дебютировала виртуально. А вот просто Turbo без приставки S официально еще не представлен, но раскрыл свои характеристики в расширенном сертификате, который опубликован в открытой базе Росстандарта. Внешне машина едва ли будет сильно отличаться от более мощной S-ки, а технические отличия сводятся к менее производительным турбинам оппозитного мотора 3.8. Не изменились даже передаточные числа 8-ступенчатого робота ПДК с 2 сцеплениями. Базовый Turbo S стоит в России 15,5 миллионов рублей, а значит простой Turbo предложит нам примерно за 14.